Путин вызвал к себе губернатора. Ну, как обычно, вот эта картинка, когда они сидят напротив друг друга. Значит, да. Этот потеет, а тот ругает. Да, этот потеет, а этот не потеет. Значит, сидят, ну и губернатор докладывает о делах, значит, в его, собственно, крае. И в какой-то момент стол начинает вот так дрожать. Ну и, значит, Путин, мысли его, дрожит, значит, что-то скрывает. Мысли губернатора. Злится, дрожит от ярости, значит, что-то знает. И в этот момент мысли Собянина. Косьми лягу, а метро новое к празднику дострою.